Искусство иллюстрации тюльпанов достигло своего апогея в Нидерландах во времена тюльпаномании 17 века. По мере того, как спрос на тюльпаны рос, торговцы луковицами нанимали художников для рисования изображений своих драгоценных цветов в аукционных каталогах, которые чаще называют книгами о тюльпанах. Тремя самыми востребованными художниками были Питер Холстейн, Джекоб Маррелл, отчим Марии Сибиллы Мериан, и Энтони Класс II, умению которое продемонстрировали эти художники, подражали другие молодые художники, перенявшие их приемы изображения. Энтони Класс II работал почти одновременно с Энтони Классом I в Амстердаме, в духе традиции Амбросиуса Босфорта-старшего. Художник родился в Амстердаме в 1606 или 1608. Умер художник в 1652 году. Неясно, какие родственные отношения соединяли двух тезок. Все три известные в настоящее время картины Антони Класса II, букет 1632, цветы в вазе 1639 и букет в нише 1641 показывают, что мастер сделал в них шаг вперед по сравнению с несколько архаичными натюрмортами Антони Класса I, воспринимавшего благоговейным восхищением красоту каждого отдельного цветка или даже его части, в ущерб впечатлению целостности композиции. В противовес своему тезке Антони Класс II так подбирает краски, что создается впечатление колористического единства, но в то же время сохраняется и изящество проработки деталей.